Сортами-гибридами перца агрохолдинга «Поиск» занято более 50% посевных площадей товарного перца в России. Кроме того, нашим перцем очень увлекаются овощеводы-любители. Среди самых распространенных гибридов перца, созданных в последние годы, гибрид «Белогор». Это гибрид раннеспелый, с дружным созреванием, красивой желто-белой окраски в технической спелости, практически восковой перец и переходящий в красную окраску. Этот гибрид можно выращивать в ранней культуре, в открытом грунте, под укрытиями и весенних пленочных теплицах. Он очень продуктивный и благодаря раннеспелости продается по очень высокой цене. Кроме того, он популярен у овощеводов-любителей именно благодаря своей раннеспелости и привлекательной окраске в технической зрелости. Это надежный гибрид для раннего производства. Другой раннеспелый гибрид с совершенно иной формой плода, призмовидной или кубовидной формой, это гибрид «Атлет». Это тоже очень ранний гибрид с порционными призмовидными или кубовидными плодами, с очень высокой продуктивностью и хорошей завязываемостью. Он дает пакет первых плодов и дальше постепенно отдает свой урожай. Его также можно выращивать как в открытом грунте, так и в весенних пленочных теплицах. Отличительная особенность этого гибрида – высокая толстостенность. Этот гибрид имеет толщину стенки 6-7 мм. То есть это тяжелые плоды, которые обладают высоким качеством. В них содержится большое количество витаминов, прежде всего витамина С, более 250 мг%. Это один из самых вкусных и питательных по биологической ценности гибридов перца. Высокой продуктивностью, легкостью, транспортабельностью, устойчивостью к солнечным ожогам отличается также гибрид «Байкал». Этот гибрид очень популярен у профессионалов, потому что дает крупные плоды, которые можно перевозить на большие расстояния. Урожайность у него очень высокая. В открытом грунте более 60 тонн с гектара получают свободно, а в защищенном грунте он дает урожай, сравнены с урожаем томатов. То есть это очень продуктивный гибрид. Он также толстостенный, имеет плоды с толщиной стенки более 6 мм. Плотность стенки очень высокая, плоды тяжелые. И это еще один плюс для товарного производства. Так же, как и гибрид Илона, он очень хорошо укрыт листвой. И поэтому плоды не страдают от солнечных ожогов. Его можно поливать также минерализованной водой, он не страдает, не образует вершинную гниль при этом. То есть это очень пластичный гибрид для юга. Очень продуктивный, как я уже сказал, и его можно рекомендовать и овощеводам-любителям, особенно на юге России, кто выращивает перец для переработки. Его можно фаршировать, его можно консервировать в маринаде, и другие способы, лечо готовить и так далее. Яркая краска позволяет готовить большое количество блюд из этого перца. Интересный гибрид, созданный в последние годы, это гибрид Илона. Его отличительная особенность – высокая жаростойкость и качество плодов. Толщина стенки у отдельных плодов достигает 10 мм и более. Это гибрид с крупными плодами, но предназначен для выращивания на юге России. Он защищен мощным листовым аппаратом от солнечных ожогов. И благодаря этому на плодах не бывает вершинной гнили, солнечных ожогов, даже при поливе минерализованной водой. Гибрид очень транспортабельный и легкий. И также отличается очень высоким качеством. Содержание витамина С в биологической спелости доходит до 350 мг%. То есть это один из уникальных образцов с высоким качеством плодов. Можно сказать, что это не просто поливитаминный концентрат, что этот гибрид именно предназначен для функционального здорового питания.